нужно было выбрать всего лишь 4 камня. То есть разминочный и максимальный вес рекордный. Вот. У Лейла это был 84 и 105. У меня это был камень 130 и 153 килограмма. Но я поднимал не на тумбу, я поднимал на плечо. Всем привет! Направляюсь на тренировку. Сегодня у меня тяга за 400. Готовлюсь к одному из рекордов становой тяги. Но это будет нестандартная тяга, тяга полуакселя. Ребят, хотел спросить, будет ли вам интересен такой формат стримов моих тренировочных. То есть в момент тренировки я буду запускать стрим на моем YouTube-канале. Если вам интересна таковая тема, в момент тренировки смогу с вами общаться, делиться какой-то полезной информацией. Донат будет закреплен в описании к трансляции, поэтому жду обратной информации. Если вам интересен такой формат тренировочного стрима, то с радостью могу сегодня уже запуститься за 400, поэтому кому интересно, подключайтесь, можете задавать мне вопросы, я по возможности, насколько я смогу, буду отвечать, так как буду тренироваться, в общем, поэтому жду всех, там ссылки. 6 часов по московскому времени запускаю стрим на своем YouTube-канале, ссылочка будет находиться здесь, можете свайпать и уже ожидать прямой трансляции. Тренировку проведу по становой тяге, веса будет закреплен донат. Буду благодарен, кто задонатит на мороженка. Дошка у тебя, Алешки, ты скучаешь зря. Брутальная тяга под брутальную музыку. Только о Сереге позабыла ты. Ля-л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 я.